Всем привет, друзьям. Он вяхер уже пролетел. Сейчас установили чучалки. Вот куда сними. Вот на куст повесили 4 чучалки. И туда вот надо приблизить. Ну дай-ка. Вот в поле отчитал ровно 35 метров, ребят. Вот они стоят, чучалки. Ну, некоторых не видно, трава, но сверху будет видно. Сейчас 6 утра, но уже один садился туда, вяхерь. Будем ждать. Вчера была отличная охота. Надеюсь, что сегодня будет то же самое. Сами мы разместились. Вот собачки. Красотки. Мама Стелла и дочка Злата. А вот мои красотки. Помощницы. Они сидят с той стороны дерева, прикрывают лед. Они уже кушают. Это Полинка. Это Арина, председатель нашего охот-коллектива. Арина. Ты же председатель не по еде, Арин. Вот у них стулья. Такие кресла. В общем, ждем охоты. Далеко. С табуретки. Хорошие стайки прошли мимо. Есть. Смотри, смотри. Блин, вон он. Сейчас пойдем за ним. Пойди, за ним. Папа, пускай. Тата, дай. Давай. Подай! Давай! Молодец! Давай! Тащи. Вот, ребята, сейчас будем... Вяхерь упал в такой длинный камыш. Злата! Там собаки не видели. Давай вперед! Ищи! Злата, там! Вперед! Стелла там! Щи. Просто с головкой там, с ручками высота. Щи. Кто найдет, не знаю, найдут ли или нет. Так, Стелла не нашла. О, Злата нашла. Подай, Злата. Молодец, здоровый какой. Дай. Злата, дай. Молодец. Держи его, держи, подрана. Молодец. Здоровый. Стелла, пошли. В такой траве вообще. Не знаю, даже как собаки. Ищи. Оп. Вот. Злата в этот раз, по-моему, подцепила, нашла. О, Злата несет. Злата, пошли, пошли, выходите, нашли. Злата в этот раз нашла. У нас что-то на видео одна Злата, а хотя Стелла больше них. Злата, дай. Когда бывает плохо, в край, где одиночество, покой, там, где птицы выстрел ждут под утро, там, где звери путают тропу.